Щоразу, коли на кастингах мова заходила про виступ на арені, я знала, треба швиденько готувати заспокійливе. Адже витримати все те, що демонстрували спраглі до ризику учасники, просто бракувало духу. Чем 100 раз услышать, лучше один раз увидеть. Ну, тобто, вы зараз нам покажете разрыв башки. Ступеньки, перилы, да, памятники какие-то. Все время ругают, гоняют, но мы катаемся. Вот и все равно как-то следуем своим традициям. Боже, я закрою очи, вы мне потом скажете, чем все закончилось? Ну, він сяде в автомобіль, я проточкую автомобіль. Він виліз з автомобіля і перекине у кантане до Гренгалу. Не намагайтеся повторити цього самостійно. Це дуже небезпечно для вашого здоров'я. Це невероятно! Тільки безумці такий творять. Батькам треба все знати, бо вони будуть переживати і будуть запрещати кататися. Посмотри на шатырь, видишь уже? А мне можно на шатырь? Это, наверное, мечта каждого с детства, да, полетать, вот, которая мной и мной осуществляется. Курить – это вредно, пить тоже. Спорт – это хорошо. Красиво. Как? Как? Напряженно, конечно.